Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хаунд, мы сегодня поиграем в GTA Online. Вышло обновление, буквально вот для меня минут 10 назад вышло обновление. Я сразу зашел почекать, посмотреть, что оно из себя представляет. Я думаю, все в курсе, что в GTA должны были завести казино, или казино, как написано здесь, казино Resort. Вот так вот, Diamond называется оно, выглядит масштабненько, в разы получше, чем это было раньше. Если вас интересует, как оно выглядело раньше, пожалуйста, идите и смотрите другие видосы. Понятно? Скриншоты можете полистать. В интернете полно информации об этом. Я просто хочу побегать и, скажем так, небольшой обзор от бомжа. Почему от бомжа? А, понятно, вы не увидите почему. Потому что у меня денег всего 1 800 000. Это очень мало для такого места. Сейчас побегаю еще немного, осмотрю, что вокруг есть. На опрессоре своем летать не буду. Потому что нужно смотреть так вот, бегая пешком. Какой нормальный человек будет сюда на опрессоре прилетать. Сюда надо на дорогой машине приезжать. Какой-нибудь Lamborghini, там, Ferrari, Bentley. Вот такие вот роскошные тачки. На которых не стыдно будет приехать. Вот такая у нас парковочка. Здрасте. А, тут машину, видимо, забирают, когда приезжаешь. Окей. Прикольно, мне даже дверь открывают. Классный швейцар, спасибо. Это как в Сан-Андресе было, помнишь, миссия? Что-то там 777, по-моему, связано вот с этим немного. Так, загрузка. Хорошо, подождем. Здравствуйте, молодые люди. Добро пожаловать в Diamond City. Ой, просто Diamond. Члены казино имеют доступ ко всем его зонам. Молодец, Винсент, молодец. И хоть надо раз клиента не отпугнул. Чудесненько, прогресс на лицо. Пройдемте, сэр. Добро пожаловать в казино отель Diamond. Мы наконец-то открылись. Я Том Коннорс, начальник отдела гостевых услуг. К сожалению, как и сказал Винсент, наше заведение только для членов. В плане доступа к играм и услугам, таков закон. На данный момент. Членство стоит вполне разумных денег, и оформить его можно прямо на стойке. Либо на нашем сайте, если так удобнее. О, шампанское. Позвольте вас угостить. Дайте я вам все покажу. О, босс Бейкер. Это потенциальный член нашего казино. А это мисс Агата Брейкер, наш директор. Спасибо, Том. Рада познакомиться. Желаю приятно провести время. Том, проведешь небольшую экскурсию по казино? Как скажете. Пока никаких признаков техасцев. Вот и хорошо. Ну, поговорим это потом. Они техасцев боятся, что ли? Так, это мое рабочее место. Если подойдете, я буду рад вам помочь с любыми нашими услугами. И, конечно же, с услугами наших VIP-членов. Здесь располагается наш бар-пасьянс. А косынку можно будет разложить, нет? Это старший бармен, Джозефина. Привет. Вау! Вот это яркий белый цвет. Блэкджек, рулетка, покер, стол, машины и лошадиные скачки. Ну, лошадиные скачки мы знакомы еще с Сан-Андреса. Правда, не показывал их для вас, но все равно я знаком с этим. Можешь купить наш пентхаус элитный. Это само воплощение роскоши. Ага. Да нафига мне-то дом покупать здесь, это бред. У меня есть дом в офисе, в клубе, я там ночую. Наша экскурсия подошла к концу. Ой, это штука, я читал про нее. На ней можно всякие приколюхи выиграть. Это идеальное место для отдыха и развлечений. Надеюсь, мы скоро увидимся. Вы знаете, где меня найти? Не, так я сейчас к тебе и пойду, чтобы оформить это членство. Меня же предупредили об этом. Сказали, что надо покупать. Офигеть! Класс! Так. Чтобы оформить стандартное членство, нажмите на Q. И все? У меня 5000 фишек есть. О. Что немного подлагивает. Но, наверное, из-за количества людей, которые находятся здесь, у меня компьютер просто не вывозит это все загрузить. Всех и вся. Я не знаю, стоит ли кикать людей или нет, чтобы не лагало. Надеюсь, здесь как такового быдла нету, который будет бегать, знаешь, убивать всех. Такая штука запрещена, мне кажется. Так, чем сейчас займемся? Погнали сюда, к женщине подойдем. Женщина, здравствуйте. Hello. О, получить фишки, сдать фишки. Давай получим 5000 еще. Я надолго.
На самом деле очень неудобно сделали вот эти вот штуки с фишками. Прям очень неудобно. Неудобно. Короче, когда ты нажимаешь по одному разу, у тебя тратится по 10 фишек. А когда ты зажимаешь, у тебя 10, 10, 10, 10, 10, 10, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 1000, 1000, 1000, 1000. Как-то так. Ну да, 10 тысяч долларов, это же херня. Я же говорю, у меня дофигища миллионов. Вам полагается ежедневный бонус. Окей, спасибо за бонус. Так, сейчас куда подойдем? Давай, а где... Магазин одежды даже есть, нифига себе. Так, 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 так. Надо подойти, наверное, сначала к этому. К чуваку, который меня пригласил сюда, нет? Как найти его? Это вон там он? Ну-ка, не лагай, не тормози. Здрасте. Где он? А, вот он. Я был прав. Здорово. Стандартная куплена. Парковщик. У вас нет транспорта на стоянке. Только для владельцев пентхауса, являющихся VIP-членами. Ясно. Я неудачник. Сегодня я неудачник. Автостоянка, терраса на крыше. И просто крыша. Мне пока это не интересно. Мы еще не смотрели внутренности, скажем так. Тачку мы видели? Пойдем, наверное, в магазин одежды сначала. Вот сюда. Что вы тут продаете? Так, включи третье лицо. Есть особая одежда? Фишками продается, офигеть. Не деньгами, а фишками. То есть это особая одежда. Для владельцев этой вот... Какие сочные кроссы, нифига себе. Блин, какие они сочные. Братан, если ты шаришь, как одеваться, то приходи. Я возьму вот эти вот красные. Мне они запали. Это сам первый, на что обратил внимание. Ну, собственно, все. А, это брюки и обувь я смотрел. Топы. Ой, топы-то это вообще, наверное, отдельная тема. Понятно. Хо-хо-хо-хо. Какой у меня хасл будет. Бомберы мы тоже знаем, что это такое. Мото... Так они же такие же, просто... Просто буковки добавились на рукава. Они такие же, как в оригинальных магазинах. Понятно. Вот это классно в пентхаусе походить, вот в таком вот золотом. Футболки. Ну, футболки такие... Фу, какая яркая белая. Вау, вот это классно. Это, штурмовать зону 51. Как раз в сентябре, на сентябрь купить ее и пойти в ней. Ну, это как футболки, понятно. Вот это кайфовое. Дальше. Понятно. Деловые рубахи, понятно. И жилеты, соответственно, я тоже не могу купить, потому что я не в костюме. Я не понял, что мне позвонил. Надеюсь, у меня ничего не грабить не собираются. Потому что будет немного обидно. А, для аксессуаров нужен пентхаус. Окей. Там для каких-то аксессуаров нужен пентхаус. Маски. Тупо валет. Не, я это... Так, здесь что у нас? Я это покупать ничего не собираюсь? Я себе... Не понял. Мне сейчас не показалось, что-то вылезло слева. Возможно, все-таки немного подлагивает игрушка. Из-за количества людей, которые сейчас заходят в игру, оно должно быть очень огромное. Все. Потому что даже мемы про это люди пускают на Reddit. О том, что как только у Rockstar выходит обновление, сразу навал людей, продажи, все это увеличивается. Ну, вот этот самый дешевый виски бахни. Онлайн увеличится мгновенно. Бьет все рекорды, больше доты люди заходят. Поэтому будет подлагивать. Сорян. Я в этом не виноват. Наливай. Опа. Давай, плюх. Хорош. Спасибо. Я погнал. Да, все, все, я погнал. Я думал, он мне сейчас второй раз нальет. Овца. Как дела, ребята? Это я могу пить? Просто зачем я плачу за бабки? О, плачу бабки за алкоголь, если я могу подойти и выпить чужое. Логично же. Вот эту штуку я хотел покрутить. Так, молодой человек, ну-ка, ты некрасиво выглядишь. Как вот в таком говне, в свитере и в каких-то темных рабочих штанах могли пустить человека? Я не понимаю. Дай поиграю. Как поиграть вот эту вот рулетку? Это самая богатая штука в игре. Он, пацан, тоже не понимает, как поиграть в рулетку. О, не в рулетку, а в колесо.
Возможно, надо быть членом пентхауса, чтобы поиграть в нее. Обидно, согласен. Но зато, мне кажется, вот эта штука доступна. Ну-ка. Республика Рейнджеры. Выберите 3 одинаковых символа, либо один или две бутылки, чтобы выиграть соответствующий приз. На автомате отображаются выплаты при минимальной ставке. Ну окей. Давай покрутим. Ставочка. Базовая ставка — 25 фишек. Максимальная. 2.50. Пуск. Вдруг повезет. Почему нет? Мне кажется, с первого раза должно людям вести. Но не мне. Давай еще 50 фишек. Последний раз кручу. Я человек не азартный, я умею вовремя остановиться. Хо-хо! Я еще и выигрыши. Все, забирай. Выходи. Спасибо за фишки, лошары. Я в выигрыше. Это... Так, рулетки мы попробовали. Что еще надо попробовать для бомжары? Чувак крутит, что ли? Да почему они все крутят? Так, как ее зовут? Лобстер. Лобстер. Эй, лобстер, как ее зовут? Лобстер. 136 уровень всего у нее. Внизу вторая. Как она крутит, я не понимаю. Почему я не могу крутить, а какая-то бабища может? Здорово, народ. Это я считаю несправедливо. Вау. Выгнали меня. Да вы охренели, что ли? Я тебя найду на улице, понял? У меня там опрессор стоит, я тебя найду. Ты отсюда живым не выйдешь. Я тебе это гарантирую. Здравствуйте, мажоры. Разрешите бомжику с вами покайфовать? Сколько денег? Покер. Не, ну в покер я не умею играть. Тоже покер, да? То только покер. О, рулетка! Так, цель игры — рулетки угадать. На какой номер или цвет остановится шарик? Для этого вы можете поместить ставку на цвет отдельного номера, группа номеров, или же на четный и нечетный номер. Ладно. Можно сделать до 10 ставок одновременно. На этом столе используется американская рулетка с сектором двойное зеро. Продолжить. Здорово, мужик. Я хочу поставить на черное. Побеждать черное. Всегда побеждать черное. На черное победит. Так. Подожди, не крути. Я еще не думаю, как ставить. Дайте мне поставить, а что так быстро? Что, проиграл? Он проиграл? Ну остановись, я не вижу. Ладно, подождем. Пока закончится крутиться шарик. Видимо, чувак тут намного быстрее соображает, как все ставить. Я так глупенький, я первый раз сюда пришел, мне-то что? Тем более, мне вам надо все показать. Красная, номер 21. А, проиграл, лох. Смотри, как это делается. Выбираем черное, значит. А сколько я поставил? Косарь ставь. Че позориться-то? Как убрать ставку? Косарь, только косарь. Камера, рулетка, изменить ставку. Поставить, ну. Ладно, подождем время. Оказывается, справа показывается время, через которое начнется крутиться. Видишь, все, он погнал. Сейчас шарик будет крутиться до бесконечности. И мы узнаем, на какое число он упадет. Давай. Ну, я готов. Сейчас, смотри. Давай. Пожалуйста, на черное. Ну. Да блин. Да я понял. Ладно, еще раз черное. Дай поставить. Так, повышаем ставочку. Ну, у меня фишек не так много, поэтому два косаря поставим на черное. Все, я поставил. Ждем 30 секунд и погнали. Ну давай, пожалуйста. На черное, два косаря поставил. Ну. Ну, я, конечно, понимаю, мне 1 800 000, но это все равно, это не то. Два косаря, это для победы, это нормально. Ну, пожалуйста. Зовите меня мистер миллионер. Ну, как встать отсюда? Пошли.
Да, чувак, вот так вот деньги делаются на самом деле. Это легко. Вот если ты соображаешь, как нужно ставить, то ты будешь миллиардером буквально за сегодня. Тоже покер. А, это блэкджек. Ну, блэкджек, ты же легко играть. Набрал 21 очко, ну. По-моему, это не сложно. Давай. Привет, привет, привет. Так. Давай размер ставки. Пусть будет 500 баксов. Поставить. Давай, я играю. Угу. Десятка всего лишь, да? Чё ты смотришь-то? Все, я даже ничего не понял. Все, до свидания. Я больше играть не буду. Я выиграл. Зачем дальше продолжать играть? Это азарт. А я не азартный человек. Я обычный... обычный парень. Я не азартный. Я бомжик. Для меня поэтому выигрывать деньги... Это... О-о-о! Я выиграл. Все, я ухожу. Главное уйти. Здрасте. А это женский, что ли? Или просто туалет, неважно чей. Просто что девочки стоят, меня это напугает. О, какой... Какие зеркала у нас тут HD-шные стали. Те, кто играли в GTA, поймут, что зеркала... Зеркала в GTA это... Далеко не, не HD. Так, здрасте, у вас что? То же самое, да, все? Это VIP-место. То есть для обычного быдла вот это вот белое, знаешь, не скучный цвет, алмазы. Это вся роскошь, плазменный телевизор, шикарная люстра. Темный угол, фиолетовая, кое-какая видная надпись. Азиатка с короткими волосами в роли крупье. VIP, вот это мажорство, вот это я понимаю. Быдло, бомжи, я. VIP люди. Это боги этой игры. Это боги GTA. Темное место, застранное. Там даже на свае в углах где-то валяется. Сразу видно, VIP люди. Здорово. Мы нашли это место. Я играл здесь в Сан-Андресе. Дайте мне присесть. Ну, да не учите меня, я знаю, что тут делать надо. Сейчас показываю один раз, как надо играть. Сделать ставку, нажмите. Хо-хо-хо. 5 минут ждать, вы что гоните, ребят? Давай сделать ставку. На кого? На кого сделать ставку? Как ты думаешь? О, давай попробуем посчитать. Зачем посчиталочки? Вон, падшая духом, красная. Красная лошадь всегда выигрывала, вы что гоните? Давай 400 поставим. Или что? У меня 100 это... Давай 600 поставим. Сделать ставку. Окей. Я поставил на красного, потому что красный чемпион. Красный всегда побеждает. Page up. А, page down. Ну да, я поставил на красного. Можешь посмотреть. Вот так вот подойду. Как-нибудь встану. Красиво. Надо красиво встать. И все, и будем ждать начала этой всей херни. Это дефолтный миллионер или что? Чё? Вот это вот... Это что? Меладзе? Валера? Валера Меладзе, это ты? А это твоя одна из этих? Из девочек? С которой вы поете песни? Главное успеть подойти. Обратно. К этим лошадям. Потому что я хочу побегать. Посмотреть, я... Надо было сбоку подойти. Бесплатно, один раз в день. Надо просто сбоку подойти было, прикинь. Держу в курсе, надо было просто подойти сбоку, оказывается. Ну-ка уйди, чувак. Я играю. Фак. Ладно, 10 тысяч фишек, это тоже хорошо. А платно сколько стоит? Слышь, если я сейчас крутил бесплатную штуку. Колесо можно крутить только раз в день. Окей. Базара ноль. Вам хоть бесплатно сделали. Спасибо вам на этом. Вау, какая. Бесплатно. Это вот... Рокстар молодцы. Даже для таких нищет.
вот этих вот, как мы, у которых всего лишь почти 2 ляма на счету, сделали такие плюшки, фишечки всякие, чтобы люди могли заработать в казино денег и воплотить свои мечты. Я, наверное, сейчас закрою все нахер свои бизнесы и буду тупо играть в GTA-ху в казино, чтобы хоть как-то заработать. Но если мне ничего не получится, я продам тачку и пойду опять в казино все проигрывать. Че там еще 1.5 минуты? Блин, надоели. Давайте побыстрее. Слышь, я еще вспомнил, что тут есть. Во-первых, сайт есть. Казиношный. Ой, не. А можно не смотреть на это очень дорого все выглядит, блин. Это очень дорого все выглядит. Давайте я вам покажу тачки лучше, какие добавили. Добавили вот эти первые 4 машины. Вот первая. Это, видимо, та самая, которая крутится. Ее можно выиграть с помощью вот этой рулетки ежедневной. Бентли новая. Не знаю, что-то новое. А это Ауди, походу, новая. Новая Ауди. Что там? 30 секунд. Я успею литл обзор еще сделать на второй магазин. Little обзор. Little, в смысле маленький. Вот Peugeot спортивное. Спортивное Peugeot. И вот такой вот монстр. Вот такой, наверное, я возьму. Погонять по пустыне, когда выполняешь задания какие-нибудь интересные. Давай, начинай. Начинай. Моя красная, моя красная. Вперед, 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 красная. Давай, давай, давай. Давай, 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 братан. Братан, жми, жми, жми. Обгоняй второй, обгоняй второй. Давай, братан. Братан, не, 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 не догоняют, нет. Сколько еще ехать? А, еще. Еще даже не полпути, забей. То есть сейчас будет все меняться, это нормально. Ой. Хорош, 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 подожми. Жми, 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 жми. Да, блин. Отдыхай, 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 отдыхай. Давай хотя бы дойдите до... Вот отсюда, вот куда я сейчас смотрю. И тогда тебе надо... Да куда ты ускоряешься? Рано! Рано ускоряться, братан! Рано ускоряться! Рано! Рано ускоряться! Тормози, тормози, тормози! Тормози, тормози! Погнал, 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 погнал! Красный! Давай, 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 давай! Жми, жми, жми! Жми, 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 жми! Нет! Да скучно ставить на первого. У первого там шанс выиграть в 2 раза бабки увеличится. Это скучно. Ну все, я проиграл, да? Ладно, пофигу. Мне никто ничего не выплатит, я так понимаю. Тут закрыто. Ой, сколько бычков, обалдеть. Что мы еще не посмотрели с вами? Это все видели. Отражение, отражение добавили в игре. Это очень хорошо. За это им огромное спасибо. Деньги я пока выводить. Или вывести, у меня 25 косарей. 25 косарей почему-то, я не понимаю. За что? Если ставил на красного. Можем вывести деньги? Сдать фишки. Я сейчас дам все. А потом приду и сколько мне надо будет, я заберу. Да, хочу 25 тысяч долларов. Все, спасибо большое вам, деву. Ты видел, что она делала? Фу. Ты ж страшная корова. Вот эта тачка, которую я тебе показывал. Куда-то еще можно пройти у вас. Я вроде бы все посмотрел. Я, может быть, конечно, не прав. Да, вот видишь, уже покинуть казино написано. Ну, давай еще сходим по другим местам. Тут лифт есть. На автостоянку можно сходить. Может, есть люди, которые на своих машинах пригнали. Почему нет? Бывает же такое. Я надеюсь, можно посмотреть на чужие машины. Это было бы очень кстати. Не знаю насчет чужие, не чужие. Да, это чужие. Потому что навряд ли бы... То же самое машина стояла там. Это донатеры обоссанные. Мне кажется, навряд ли бы... Сюда ставили ботовские машины. Тут, наверное, стоят игровые. Угу. Красивые тачки, красивые. Базара ноль. Какая-то баба бежит. Не знаю, что она сюда пришла. Так, казино мы были, покинем стоянку. Терраса на крыше, давайте на крышу сходим. Машины посмотрели, теперь терраса сейчас будет. Кроссовочки я свои заметил, яркие, модные. Они реально кайфовые, удобные, наверное, еще. Ага.
Женщина, что с вами? Нифига. Как я умудрил... Это что такое? Ну-ка еще раз. Прик. Прик. Классно надевается. Ну-ка. Тут реально можно на игроков смотреть? А где мой опрессор? А, где-то там на стоянке на улице стоит. Блин, кайфово. А посидеть можно? В смысле нельзя посидеть? Вы что, прикалываетесь? А в костре сгореть? Ну, я... Можно умереть, я по... Все, я понял, тушись. Люди это испугались, что я начал гореть. Ничего страшного. Ничего там страшного нету. Вот, вау, какой бассейн, блин. Здорово, девчонки. Фу. Тут 40 плюс какой-то контент. Я сюда больше не вернусь. Тут, видимо, для самых пожилых место. Ну, точнее, для таких крутых типов, как я. Где мой опрессор? Понятно. А спуститься можно как-нибудь? Аккуратно. Да не бойтесь вы что, ребята? Тут можно оружие достать, я понял. Оружие доставать мы не будем. Ни в коем случае, потому что это некрасиво. Где мой мотоцикл? Так, радар говорит, это здесь. А, вон он стоит. Вот, я прям на него целюсь, центром. Сейчас он у меня на макушке головы. Хорош. Прикольно сделали. Видимо, машина автоматически спавнится на стоянку, как только ты зашел в казино. Потому что ты не приехал на транспорте к этому. Ко входу, и чтобы у тебя убрал его крутой чувак. Как их там называл-то? Швейцар. Так, здесь что у нас? Как в школе подняли стульчики, молодцы. Раковина, туалеты, пописить, покакать. Все есть. Тут подняться нельзя. Подняться вообще, в принципе, нельзя. Можем подойти к лифту, хорошо. Ну, да уйди ты! Жиробас! Встал, главное, что мешает мне. А ты куда поехал-то? О! А крыша? В смысле? Там было две крыши. Одна крыша с террасой, другая крыша... Ой, не лагай, не лагай, не лагай. Другая, вот, крыша, крыша. Я хочу прямо на крышу залезть. Женщина пропала. С шампанским. Ну-ка, поднимай. Спасибо. А, вот крыша, в смысле, в принципе, я вот на это и рассчитывал, то, что тут будут самые богатые люди с вертолетом каким-нибудь. Но, так как у меня... Я нашел площадку. Я думал, типа, у меня нету этого пентхауса, и поэтому мне будет недоступна вот эта хрень. Но, как видишь, тут Rockstar, говорю еще раз, позаботились обо всем и обо всех. Они все сделали для людей. Молодцы. Для всех видов, для всех рас, для всех национальностей, для... людей с различными банковскими счетами. Для олигархов, для бомжей и для прочих лиц. Давай, наверное, под финал прыгнем вот так вот. Опа! Элита! Вау, какой мотоцикл, нифига себе! Элита спускаются, так только бомжи. Не... Расстреляна машина, понял. Ни одно другое лицо, персона, у которой на счету 20-200 миллиардов долларов, не сможет так спрыгнуть. Круто и пафосно, как это делаю я. Красава, чувак, красава. Клёвая тачка, базара ноль. Ну, такой небольшой обзор, собственно, получился всего казино. Я не знаю, почему он не горит ярким цветом. Хотя по... А, во, включился. Все, казино включилось. Вот такое вот казино. Сам видел, что он сейчас представляет. Как бомж я могу все практически заниматься в этом казино. Я не могу только жить в нем. Не могу в VIP-зону подходить какую-нибудь. Где ничем не отличается от оригинального. Ну, в смысле, для обычных людей. И все. Вопрос. Зачем тогда нам нужно покупать пентхаус, VIP-членство, если я могу, как обычный человек... Смотри. Представь, я только зашел в игру. У меня где-то косарь баксов.
наполовину, то есть на 500 баксов я покупаю обычное членство, кручу колесо, мне выпадывает, да что ты делаешь? Мне выпадывает 10 тысяч долларов, ну фишек, условно фишек. Я иду трачу их, я развлекаюсь. Серьезно, зачем тогда покупать какие-то VIP-членства, если я могу с оригинальной штукой все сделать и всем насладиться? Да? Да. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, всем пока.